В результате чего сгорел ваше судно. В результате там сгорело из орудий Российской Федерации. Поэтому, хочу напомнить вам, вам была надана медицинская помощь и помощь в эвакуации. Также обращаюсь к ледоколу и капитану корабля, капитан Белоусов. Предлагаю вам провести эвакуацию в безопасное место. Я со стороны украинской армии, со стороны... Так, сюда, в порту Мариуполь. Не слушайте, вас обманывают, вводят в заблуждение. Поэтому действовать и слушать только по указанию российской стороны. Как поняли, прием. Я моторист парохода «Азбург». Находимся мы под доминиканским флагом. Пришли в Мариуполь 23 числа и находились до сих пор под обстрелами Российской Федерации. Вчера попало в машинное отделение ракета. Я не успел уйти. Нам капитан вызвал помощь. Солдаты украинские взялись, ну, к себе, вот, предоставили первую допомогу. Все эвакуировались полностью с парохода. Пароход сгорел.